Так, наверное, сейчас мне понадобится больше дефенс, чтобы выжить. Щит возьми мой. Сможешь? И мою рапиру возьми. Она охуительная. Я прокачал вообще до неведомых высот. Просто всех уничтожала. Этих двух хавы. Один ёбаный щит. А меня ты будешь? Это... А, вот этих? Вот знал, что не надо идти. Толку все равно от меня не было. А третий кто? Да это я где-то лежу. Да, это упал, да? Да. Что, ты не будешь меня обыскивать? Да нет, я думаю, ты оживешь еще. Слева, в воде. Оу, щит, почти все. Так, последний остался, кропаль. Ой-ой-ой, все, мышка, мышка, мышка. Так, как бы мне так сделать? Опача. А, я не дохавал, да? Что-то не дохавал. Щит, щит, щит. Все, побежал, короче, свой труп брать. Хотя я очень боюсь его брать. Ты только не помри, пожалуйста. Попробую тебе помочь. Я всех убил. Все, забись. О, боюсь я туда, на эти шипы как-то надо мне... У меня опять началась боязнь шипов, Олег. Мне надо обратиться к специалисту. Ебать, сори, мечер, блядь, спит плюс 5. Причем название просто Clear Falcon. Блядь, Олег, как сюда проходить, чтобы не сдохнуть? Эх, вот так, наверное. Я вроде так же делал. Роуб. Шилдучечек. Вау, Олег, прокачанные вещи, они даже не... Блядь. Насколько нужно быть долбоебом? Я, короче, взял и отравился еще с полными житухами, как долбоеб. Писать, пишите по съемке этой подругой, как бумажку уснула в кочевейке. Олег, что с тобой? Иди нахуй, Костя. Ты что это? А я думаю, что это так работает, что не попал думать, что так работает. Олег, нет. Ты что там в медитацию сел? Сейчас. Булочку пью. А. Чем у вас там за история охуительная? Да Кирилл просто взял пример с тебя. Нашелся молодуху. И чё? Ну, она ёбнута, естественно. Ну, это не в Насте наоборот камень. Настя молодец, конечно. Ну, ты с ней не общался так плотно. Ничего не хочу сказать плохого, но, блядь. Мне тяжело с ней все время общаться. В смысле, когда она приходит там дня на 4, я уже охуеваю. Конец. И она не понимает, что, типа, блять, уже надо бы... Даже я говорю уже, не... я хочу один побыть. Прям с утра она начинает там волосы мыть, блять. Еще что-то. А меня уже трясет, блять. Я хочу прям реально там вокалом позаниматься, еще всякой хуйней. Который мне нужен уже, блядь, четвертый день нихуя не делаю. А ты куда теперь хочешь попасть? Не знаю, я за тобой повторил, как ты сделал. Слушай, нам надо... Да, нам надо наверх. Давай, покажи, как ты это делаешь. Ну ты флексер.
Хотя все было очень просто. Тут единственный момент, что тебя может распидорасить этим квадратиком. Тебя может распидорасить всем тут. А сколько лет, слышь, Кирюх? 18. Ебать копать, Настя-то уж 22. 18. Ну так и тебе не как Кириллу. А сколько Кириллу? Сколько Кириллу, 29? Да. Что-то я думал, вообще ровесник Юры. Чего? Мне казалось так. Ты думал, что Кирилл у меня старше? Ну да. Мне да это просто у него глаза героиновые. Я на них штука дала 20. Слушай, 32 года. Кирилл, на это надо было предложение заканчивать. Я на них шлюха дала. Я тут брат шлюху снимал. Мы с ней общались сегодня, спрашивали, сколько даже тебе надо, как 32 года. Я говорю, что, блин? Так, я говорю. Блядь, я магии до сих пор никакой не знаю, охуенно. Так что не надо мне пока это. И что шлюхи стоят мне на мыске? 2000. Это за час или что? Ну что в сутки, но это за час. А в сутки сколько стоит? Ну, умножь на 24. Блять, меня нога резко убила, Олег. В смысле, скидок даже нет, что ли? Не знаю. Как-то наш не интересовался никогда. Не, ну это, блядь, что, 48 тысяч, что ли, блядь, платить за... Чё, блядь? Нет, я уверен, что 10 максимум. Самое... Такие деньги я, блядь, и сам могу шлюху стать. Блядь. Перекат. Слушай, я хотя бы умер в другом месте. Не дома. Не, я что-то мне понравилось этим пацаном играть. Давай, я вандерером буду. Сейчас будет вообще супер катка. Причем я смотрю, ему жизни особо не дают. Вот один, у кого много жизни. Но это последний класс, которого он добавил. Он должен быть четким. Уверен, что инфы просто у нас нет, как правильно им играть. Я уверен на 100%. Слушай, он шустрее, реально. Изначально просто. Спид минус 2. Пусть. Как она это. Сорян. Ага, я хорош с копьями. Значит, надо обратно. А ты хорош. Не видел такой кэтбой Кэмми в костюме мента? А, с усами такой, ну, в униформе. Просто наушники поправляют, а там, короче, две лесбухи с флагом ЛГБТ такие. Ой, смотри, какой красавчик. Блин, парень, ты прям секси. Я бы облизала твои усы. И там, знаешь, начинают к нему, короче, подкатывать. Он такой, о, ребята, у вас что, ЛГБТ флаг, что ли, там, да? Они такие, да. Теперь понятно, почему лесбухами становятся. Из-за недотраха. Они такие, ах ты ублюдок. Сразу. Не видел эту хуйню? Не. Лол. Лол, кек, чебурек, как ты говоришь. Что-то у него проблемы начались, он уже типа стрим остановил, походу нашли его. Вот уже типа пишут там все чуваки, что он не может выйти на стрим и говорит, что у него проблемы. Пытается их решить. Ты слышал, что он типа аутист? Что он типа как бы не до конца обычный пацан? Возможно, это ход? Нет. Ему, типа, поставили... Ну, не аутист, а этот, как его... Там какой-то диагноз по лайтове есть.
Аспингер, Аспер, как он, что-то Асп, Асп, вот это называют их. Типа аутизма, только ты, ну, аутисты могут быть вообще совершенно недееспособными. Я в Соспарке с Варей в этой серии. Я не помню. Эйсбургер. Я не помню. Я просто смотрел кучу всяких видосов именно с этими людьми, которые рассказывают. Он маг? Маг, нет? О, он вообще, говорят, ебанько. Быстрый ебанько. Эти чуваки прикольные, они все интересные. Они не аутисты какие-то, знаешь, типа больные, которые, которым нужна помощь, которые не могут там даже зуб почистить, большинство из них не понимают, где они находятся. У них просто как бы свое восприятие очень такое, очень глубокое мира. Очень прикольные ребята. Я даже не назвал бы это болезнью, это просто, знаешь, типа тип людей. Как ты появился на моем экране? Ты что-то там нашел мне бутылек? Что я делаю? Кто-нибудь объясните мне. Иди на шипы, может, типа, нет. А чё, почему тебе майти дали? Ты выпил? Или из-за того, что тебя ёбнули, ты стал майти? Ты сейчас... То, что меня ёбнули, я стал призраком. Блять, я сейчас тоже стану, не майте. А, я так. Понял. Ты говоришь, Олег, я буду стоять тебя и повторять. Ага. А, бля! Я так, смотрю... сейчас, Серый, давай мы это водочки нальем еще. Да, давай я пойду потом покурю. Я... А мы умерли, да? Странно. Так, я больше не буду брать этого долбоеба. А я тоже не буду. Так, ты тинкер? Да, да, что-то как-то. Так, ну, давай я поэтому. И вот, видишь, сразу какие пацаны крутые. Блять. Ебать. Тут прям кайфовый, я беру его. Мне просто один уровень поднять на интеллект, и я смогу уже, блять, лайт, амулет и доспех брать. И буду просто ебейшим чуваком. Сейчас, подожди, что у меня там было? Блять, лайт даггер. Хуй с ним. New Gummy Light. Ты убийца. Че ты вспомнил Light? Ты сказал просто сейчас про Light. И я вспомнил. Недавно пересматривал с Настей. Она говорит, ненавижу аниме, но эту хуйню, блядь, блядь, понравилось. Параша. Стой. Ну, я второй раз, когда... Ты один раз смотрел Death Note? Да, раз пять, наверное. А, нихуя. Я второй раз, когда начал смотреть, мне, наоборот, интереснее даже было. Ох, блядь. Не, я сейчас, может быть, уже не помню всего, конечно. Ну тогда я вообще все знал. Олег, я пойду первый, хорошо? Все, я не знаю, как так сделать. Я поверил в себя, испугался. Че? Назад, подойди за меня. Да, да, да. Я думал, сейчас ударю и понимаю то, что я сейчас... Оно не просто так лежит. Да, 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 да. Да, вот я хотел так сделать, но что-то зассал, короче. Сейчас, сейчас. Сейчас, Серег. Погодь, надо ебнуть. Что, завтра наработку будешь потом охуевать? Да знаешь, оно что-то и не пенит нихуя. А, да, всегда так бывает. Это знак то, что скоро будет в говно просто резко. Такая фишка его, как более. Ух ты, мелодия прикольная была сейчас.
хочешь. Ни один твой очень рано на работу. Не можешь после меня? Я-то вообще нет. Я рано на работу. Я в 7:40 уйду. Ну, и мне так надо. А вот завтра так. Так, Серый, сейчас я... Пидорас, я успел все свежие продукты делать. Нечего. Не спеши, я обезопасил путь. Олег, я в такой хуйню вообще не спешу никогда. Все. Насколько смог, настолько безопасен. СПС Петрович, ты прям красава, сделал все хорошо. Теперь будет опасно там. Я забрал бутылек, который безопасно сделал, да? На, сука. А, я-то думал, мы туда не вернемся уже. Слушай, тебе может быть нормуль будет. Ну-ка. Если смог, белую силу к белый поставить, то нормально. Да, ты прав. Пока он живой. Хотя нет, ты не прав. Будет прикольно моему пацану. Ему будет по кайфу. Хотя у тебя мой пацан, там и я. Эй, братишка, бери нормальные вещи. Нет, говно. Все. Я не могу без него играть. Мне прям чего-то не хватает уже. За Войны прикольно, кстати, мне понравилось. Стой, не прыгай! Ты мой зепыч скинул туда, да? Да. Ну хоть не зелыч. Представляю, за зелыч, когда кусает пираньи. Наверное, зелыч с первого укуса не станет. Я чуть-чуть утонул даже. Еще раз чуть-чуть утонул. Я до сих пор тонул. Не, у меня бэтсвиммер. Мне это ничего не говорит. Плохой пловец. Ты же вообще с английским на «вы», да, Кирюх? Я, да. Это для меня загадка, как так происходит. Вот ты это там. How are you? And you. I'm a capital of Great Britain. A car, a bicycle, a cat. Diamond. Diamond display. Bluetooth HD. 4K. Да, я вообще в английском реально профи. Display diamond. Ой, бля, сорян, Олег лучше меня разбирается, потому что Display Diamond по... Ну, в Британии говорили так. Правильно, Олег? Ой, дай сюда, сука, обратно лифт. Все, держите меня семеро. Я ебальники иду набивать. Так, я без тебя не пойду? Давай ты мне сделаешь бэкап. Ну или я тебе помогу тоже. Я могу, правда, рипнуться. Стой, погоди. У меня есть блок. Стой, у меня за спиной и не вмешивайся. Плиз. А может быть вот так буду делать хотя бы, Олег? Нет. Почему? Потому что я должен тебе восполнить житушки. Окей, а может я вот так вообще сделаю? Да. Ладно, он твой. Блять. Ебаш, он съебался. Я потерял просто одно из своих навыков. Шиммерин, амулеточ. И хамерочек. Ну, слизь гори. Ладно. Получилось. Надо так, теперь, короче, у нас у обоих по одной жизни. Может, мы что-нибудь... Давай попробуем сейчас вот я что. Если не получится. Ладно. Стой, Олег. Схавать. Я кладу эту сюда. Вот. Я с тихо, этого... Тихо, стой. А, ты... Да, я понял. Просто на врагах можно было понять бы, что это за бутылек. Ну, мне надо жизни было, а то бездох.
А, вот, вот, блядь, будет куча врагов, смотри, комната какая. Все. Сейчас, подожди. Можешь открыть ее и съебаться резко? Прям сразу. Что там у них было? Посмотри, пожалуйста, поднимись. А, Frozen. Еще раз Frozen и начинаем их пиздить. Так, 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 чувак. Блядь, Лаки! Я впервые вижу бутылек Лаки. Да это новый добавил. Регенерирует, у него уебывает. Иди сюда, иди сюда. Только не уходи за меня. И все. Я понял. Сейчас меня всех отпидорасит. Не факт. Я еще магией буду пользоваться. Почему у нас стало так много жизни? Вместо одной. Ебать, он тебе, блядь, по голове стукнул молотом. А ты чё, сука, стоишь как долбоёб? Помогай. Блох. Фух. Вау. Я две книжки на них потратил, блядь. Ну это было классно. Две книжки. На одну комнату. Не, ну зато мы пизды всем дали. Зато, мы, блядь, зато, Олег, посмотри на наши жизни. Здесь слышь? Было два или три литых орка. Олег, у нас жизни было типа по одной. Почему-то сейчас стало максимум. Не, ну я-то их до этого замутился. Я ничего не сделал. Блять, какой крутой. Я беру, нахуй. В дрейнин. Дрейнин это кровотечение. Я, конечно, иначе думаю, но точно не знаю. Сколько у меня интухи? 7. Я сейчас должен очень быстро узнать, что это за амулет, потому что щит магу, я понял, очень нужен. Олег, ты помнишь, когда я взял Dagger of Draining, он направил кровотечение, факту. Которое просто как огонь по две житухи быстро очень ту-ту-ту-ту вот так хуярит. Фортуна это не то. Даггер. Блядь, нет, это похоже. Видишь, да, это видос, где там, не знаю, что это за организация, где чувак такой типа. И там, блядь, весь склад начинает так же делать. Обезьяны. Обезьяны изображать. Это что-то про что вообще? Посмотри на Америку, блядь. Посмотри на Белоруссию. Вот там охуеть. У нас вообще ничего не происходит, на самом деле. Да, я бы не сказал бы. Почему? У нас, Серый, тоже в трех местах в стране такая хуйня происходит. Где? В ЕКБ, где еще? ЕКБ? Что? Ой, блядь. Хабаровск? Да. Почему я подумал? Скорее всего, это, знаешь, типа, моя интуиция... сказал то, что там будет в следующий раз такая хуйня. То есть следующие они будут против. Подожди, мы там не до конца. Блядь, Сергей, вот вообще вот не вовремя. Надо Сорян, типа... Петрович. Я же тебе помогаю, останавливаю игру. Ну ты прям, я видел, как умираешь. Я видел, как ты умираешь, братишка. А уже безопасно, уже прыгай. Да, блядь. Как мне добиться успеха? Чего у тебя не получается? Получается. С первого раза. Потому что я только начал использовать хуйню. Я ж не умел до этого. Нет, 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 нет. Отсюда делаю кувырок. Нахуй тебе. Угу. Так, по-моему, там было до хуя трупов. Да. Везде, где мы проходим, там до хуя трупов. Только не здесь, они сейчас чиркнут. Братишка, давай, помогай. Ты ж уровень уже захавал, да? Да, так что можно сваливать. Е-бой. Ча, я вот
У тебя труп безопасности или не особо? А что там, расскажите еще в России, что происходит? Ну, вкратце. Чувака с Беларуси сегодня спрашивал, там, дружище, говорит, двух одноклассников задержали, тоже в эту хуйню, блядь, посадили на 7 дней. Хуй знает там вообще что. Он говорит, с каждым днем становится только все хуже. Я ему писал, там, у все получится, все такое. Он говорит, с каждым днем все хуже становится. Полное беззаконие, всех пиздят, блядь. ФСБ задержало исламистов. Понятно. ФСБ задержали. Вообще-то, это самое непонятное, почему они исламистов задерживают. Что, они Кадырова не уважают, что ли, или что получается? Извиниться придется. Это все новости, ты как... Кирилл, ты читаешь новости с какого канала вообще? Я в Телеграме. А, ну в Телеге, да, могут быть. Смотря еще какие, кстати, там... Нам есть, по-моему. Там еще тоже фейковые бывают. Эти всякие, блядь, Первый канал тоже участвует в этой хуйне во всей. Не, не вниз. Вниз, но в другой вниз, походу. И чувак сразу же отказался со мной общаться на эту тему в ВКонтакте. Блять, а куда еще? Прикиньте, пацаны. То есть ВКонтакте, походу, всю эту хуйню отслеживают, а потом просто приходят тебе домой и забирают тебя. В телеге с ним общались, ну, про Белоруссию. Пиздец, надеюсь, у них получится, блять. Потому что это пиздец. Что там они сделали, это уже просто, это такое преступление лютое. Всех нахуй в тюрячку надо. Под суд этих ублюдков, карателей ебаных. Блять, как я проберусь через эту ловушку с щитом? С щитом не вариант, через него вообще. Робот тебе потом привезет щит обратно, так что не парься. Слышь? Кидай щит. Или... А все, я уже перешел. А, все нормально. Так, ну все, тогда сейчас пауза, я пасу, покурю. Угу. И продолжим. Катка вроде нормально получается, да? Бывает. За час. Сейчас. Катка. Это от двери до двери. Так, все, погнали. Нет, это уже нет. В смысле, одна жизнь. Это несколько уровней. Ну, а чаще всего одна жизнь, это, блядь, меньше одного уровня бывает. Ну, не чаще всего, не бывает. А сколько у тебя лака? 2? У меня? А у тебя 0. У меня 3. У меня 2+1, да. Тогда 2 я буду собирать, у тебя типа 0 вообще. Так... Ты воин? А, ты тимферой. Так, как думаешь, что такое Кримсон? Краймсон? Не знаю, эти чуваки Кири у меня просто бесят. Ну, вот эти тоже, блядь, я не знаю, как его зовут. Я называл уёбка. Канал какой-то чуваков? Смотрел, да, это... знаешь, что ли, типа хачи, короче. Непосредственно как? Не знаю. Не знаю. Ну и хорошо. Бах. Оп. Ты что делаешь? Да хотел, я думал, я успею. На твоем месте теперь кнопка пустая была. Да нет. Где да. Там? Я сам положил другую хуйню. Сука. Братишка, ты что, долбоёб? Ебать тебя, блядь, живучий. Да нет, он просто... Ебать, мы создали демона. Олег. А, ну ты чё, ты можешь просто на нём прыгать и с него спрыгивать дальше. Да я такие нестандартные ситуации, я типа боюсь их. Типа как сейчас боюсь.
Давай. Давай мне покороче. Только, пожалуйста, не подшипы его. Появи. Все хорошо. Ой. Ой-ой. А? Магия, блин, тебе надо, да? А ты, братишка, сможешь положить эту хуйню? Взять эту хуйню? Блять, и сдохнуть! Какой тупой, Олег, это просто пиздец. Извини. Пиздец. Видел, Олег, что я сделал, да? Сергей, не пытайся его воссоздать, просто попытайся выжить сейчас. Да я выживу, блядь. Ну ты видел, насколько я долбоёб? Видел. Там директор. Директор. Вот то, что я совсем с ума не могу выебать. То есть не всегда, когда я смогу там написать, он мне на 10-10 ждёт. Так, он меня не трогает и похуй. Вы чё? Он старается этот на карте не держать. Фу, спасибо, нет. А, воду, серый, пока он горячий. И что? А, кинуть Степ, воду, блядь. Сейчас, подожди. Опа. Тоже воду. Сейчас, подожди. Вон, он опять разогрелся, нормально. Так, и чё, как его в воду-то, блядь? Вниз удар такой, в другую сторону. Прыгай! Что это, блядь? Всё, рип, да? Я не знаю. Ты воскресился только что. Нет, я застрял. У меня 4 жизни, меня ёбнуло всё-таки. Типа, ну, на одну жизнь я застрял. Ничего не помогает. Первый Павлович, скриншот. Да. Он, наверное, скажет, вы чё, во что вообще зашли? Тут это... Не, ну сделай реально скрин. Да, Олег, скрин, ты прикалываешься? У меня видео пишется, я ему прям спишу, видео напишу, скину кусок. Скрин ему ничего не даст. Чё, всё, рип, да? Вы курить? Ну да, это рип, и мы курить. Ну ладно, сейчас покажу. Ну что, делаем? Покажу, а? Еще сделаем катку? Конечно, сделаем, да не одну, мне кажется. Ну, если как ты захочешь. Я пока RuneScape посмотрю всякие туториалы. Давайте, пацаны, курите. Я, честно говоря, думал, что ты уже...